Заключительное в этом году еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе. Сотрудники администрации подвели итоги проделанной работы, а руководители служб и ведомств доложили о готовности к предстоящим праздникам. Также на предновогоднем заседании вручили ключи от собственного жилья девушке-сироте. На днях ей исполнилось 18 лет. После совещания наша съемочная группа вместе с ней отправилась в новую квартиру. Наша обычная простая задача помогать людям, особенно тем, кто попадает иногда в трудную жизненную ситуацию. На сегодняшний день на территории городского округа нет ни одного человека из сирот, кому бы исполнилось 18 лет и не было бы без жилья. В этом году заветные ключи от собственного жилья вручили 24 сиротам. Последней в очереди оказалась Ангелина Релушка. 27 декабря девушке исполнилось 18 лет, и теперь она полноправная хозяйка собственной квартиры. Не менее волнительным оказался момент, когда Ангелина впервые переступила порог своего дома. Однокомнатная квартира в деревне Марусино пришлась девушке по душе. Остается только обустроить ее. Ну, холодильник, конечно, вытяжку можно, различные принадлежности для кухни. Там, комбайн какой, кофемашину можно купить. Ты любишь кофе? Да, очень сильно. В уютной комнате уже стоит новогодняя елка. Новоиспеченная хозяйка первым делом принялась украшать ее по своему вкусу. Я мечтала всегда о своей квартире, но у нас не особо возможности, конечно, купить было ее. Теперь, когда квартира уже есть, у Ангелины другие мечты. Девушка хочет получить 2 высших образования и стать модельером, выпускать собственную линию одежды и открыть магазин. Луиза Егезарян, Алексей Андреев, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.